Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и я начинаю играть новую игрушечку под названием Джанг-Джунг. Нет, Джунг-Джанг. Вот, это игрушечка что-то по типа 2D Майнкрафта. Ну, как видите, тут тоже вот текстурки. Такие же майнкрафтовские. Ну и крафт такой же майнкрафтовский. И буду играть я в коопе со своим уже давно почтенным и известным блогером Крона. Ну-ка, скажи что-нибудь. Привет. Привет, такой это вот. Ну И да, что-то голос застоялся, пока ждал. пока ждал, застоялся. Вот, что тут еще интересного в игрушке? Что-то про планеты было написано. Говорит, посещайте другие планеты, там все дела. Да, на Стиме вот буквально только вышло, поэтому не особо еще знаем, будем Да, видеть. и там на английском. Так что будем вместе с Кроной, вместе с нами, вы будете, блин, это разбираться в этой игрушке. Помогайте, пожалуйста, комментариями. И еще тут что? Тут какие-то петы есть. Смотрите, тут дофига всего. Прям. Давай уже играть, а Крафта. там уже по ходу дела. Ладно, давай. Вудхаммер, это что у нас? Нельзя срубить дерево. Вуд хвоя, маул. О, пикакс, вуд пикакс, окей. Я себе понакрафтил мальца тут. И сворд сейчас крафчу. Тут даже звуки, когда собираешь. Да, такие путь. А как, кстати, ой, на ку выбрасывать, а на что инвентарь-то? Ай, инвентарь, окей. Смотри, там вон две коровы ходят. Птички. Так, класть на худбар, окей. Так, ну что, давай тогда основу для дома делать. Или что, мы же будем это, Да. дом-то строить? Да, ну естественно, сразу с дома и начнем. Ну как дом? Лачушку какую-то построим сейчас вот здесь вот. Ну давай тогда землянку какую-нибудь. Зачем землянку? Сделаем нормальный деревянный домик. Деревянная, я не знаю, как с дерева строить. Смотри, не отличается. Ты киркой копаешь, я руками. А смысл тогда мне кирку делать? Не, ну может просто пока кирка это. Ты наверное, просто, наверное, киркой, как в Майнкрафте, нельзя, наверное, это, кирпич копать. А, может быть. Ну а иди вот эту в нижнюю попробуй скопай вот эту вот. Вот эту скопай, вот эту, иди Это сюда. угли я уже выкапывал руками. А, это копает. Да. Я знаю то, что он на один блок всего лишь прыгает. Так что Да ладно. если. Да, если. Ну-ка выпрыгни. Ну ща. Вот это доломаю. Опа, видишь, смотри. Опа! Нет, Оба! не туда, в обратно. Оба! Да, на один блок прыгай. И дабл джампа нету. Ну смотри, ресурсы так же, как в террарии на двух этих. На бэкграунде Там вон, и. смотри, чё, коробка какая-то светится или чё это? Не знаю, что тогда есть. Не как террарий, как в Старбонде на это. Ой, темнеет. Во, давай вот тут дом сделаем. Смотри, у нас вот тут вход будет. Да не надо, сделаем нормальный дом потом, чтобы его расширять удобно было. Тут даже куры Опа. кукаречат, как в Майнкрафте. Так, я что-то понадыбал. Смотри. Вот теперь я заживу. Это что такое? Чё-то как быстро темнеет. От надеюсь, тут зомбаков нету, как в Майнкрафте. Так, вот херня. Не пишет, что это такое, прикинь. Хопа. Я не знаю, что это такое. Вот это что такое? Это ты строишь? В Не-не-не, натуре, а? ползли, Чё? поползли какие-то. У меня меч есть. У меня есть меч. Вон, иди рубай паука. Ух! Он меня укусил. Тащил тебе, да? Да. Мальца бегают, смотри, забавно. Вообще просто пипец. Так, ладно, давай. Вот, здесь. А как строить-то? Вот ты и строишь. Нет, как строить сразу или без бэкграунда он не строит? Без бэкграунда не строить. Что ты что меня закрыл-то? По два раза. Проломай дырку. Так, а свет-то есть? Мы без света тут. Ой, смотри, слизняк, слизняк, слизняк. Слышь, вон, смотри. Зомби. Слышь, у меня хпшки-то убавляются. Чё я с него собрал? Я не знаю, почему не пишет, чё это такое. Слышь, не пишет. А ты как крафтишь-то? Вон, там слева. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот, крафт. Где? О, торчи могу сделать, отлично. Как ты крафтишь? Да вон там слева. Ну, вижу слева. Ну, тыкни на нее. А, мне нужен камень, а у меня нет камня. Как так? У меня Ну, есть даже камень. О, смотри. нет камня. Ой-ой-ой! Синий! Синий!
Ой-ой-ой, он распался на кучу маленьких. Замуруй, замуруй вот с этой стороны. Я не знаю, как поставить. О, стой, во, во. Смотри, поставил. Во. Так, а как это сломать? Так, а как факела-то ломать? Ctrl. Alt. Сука, их ломать нельзя, что ли? Слышь? Чего? А, во, топором. Почему нельзя-то? Топором, топором, топором. Во, давай вот здесь вот еще застрой, а тут у нас тут дерево было. Там просто листва пропадала. Блин, смотри, тут жирность какая-то по ночам. В натуре 2D Майнкрафтик. Да пипец. Надеюсь, игрушка интересная будет. Не будет какая-нибудь забагованная. Блин, не могу сломать никак вот этот. Кого ломаешь? Да я хотел сломать там, где торч висит. Зачем? Ну, не надо. Его висит, хотел там. У меня там торч. Давай, ставь. Ставь, куда ты полез-то? Во. А стой, ломай. Стой, подожди, последний не ломай. Вот этот. Я сюда торч поставлю наверх. Во. Во. У нас теперь дома светло. А действительно, а смысл-то... О, смотри, торч автоматически перелез. Классно. Как крафтить? А, ну ладно. Как крафтить-то? Так, а что у нас тут еще есть? Workbench. Workbench можно Anvil поставить, можно Carpentry Bench поставить. Нафига Iron Ingot'ов надо? Forge. Это я не могу ничего строить. Так, это у нас что? Нет, еще надо назад. Так, назад. Вот планки, торчи, эксы. А, смотри, вот что это было, Advanced и не Advanced Craft. То есть не Advanced тебе надо было руками вот так вот все делать, как в Майнкрафте, а Basic Craft это, то есть я просто нажимаю крафтить, и он у меня долго, но он автоматически всю вот эту хероту делает. Да? Да. И вот я поставил этот. Workbench. Да, you need a work hammer to break this. Вот, правой кнопкой заходить. Опа, броня. Simple bed. Наверное, нам кровати нужно. Давай кровати поставлю. Давай. Опа, я лопату сделал. А тебе, кстати, ачивку дали-то? Какую? Crafting your first. Что-то дали. А. Так, хаммер. Или хаммер не надо класть? Хаммер, наверное, не надо класть. А где лопата-то? Я скрафтил лопату, вот она. Так, лопату поставили. Это вот топор. Вот топор мне не надо. Ну, когда я зайду? Ух ты, в натуре. Wood Armor. Simple Bed. Давай Simple Bed построим. Ты уже построил, что ли? Ну, я себе построил, да. Тебе не могу. Почему? Ну, мне не хватило ресурсов. Чё ж ты такой-то неудельный-то? Так, это выкинуть? Тогда поставим. Так, Escape. Опа. Опа, я по... Я за... О, Spawn Moved. О, это спавнинг, слышь? Waiting for a player to top before sleeping. А, мне нужно тебя еще подождать. Слышь, ты давай там броню не крафть. А где ты шлем взял? Скрафтил. А у меня нету шлема. Прикольно я, да? А, вон нашел шлем. О, spawn moved. You can sleep during night. Звуки классные. Ну да, мне тоже нравится. Мы на одной кровати могли замовываться. А, это навилы какие-то были, нейлы. Вот почему в инвентаре не пишут, что это такое? Кстати, да, я вот тоже заметил, то, что в инвентаре, когда наводишь, не подписывается. То есть придется именно... Так, значит, что это такое пернуло? Это сундук. Так, правой кнопкой разделять. А как сразу переложить? Нельзя быстро перекладывать, слышь? И я не могу зайти в сундук, пока это... Пока там. Я там, да? Ага. На, вылезай. Инвентарька. Что у нас тут? Шлем. Лаборатория. Как... Вот Carpentry Bench нам надо еще сделать. Форд. Штаны. А вот что штаны? Вот что штаны мне дают?
А? Может, я поменял хуже на хуже. Блин, я рубашку не сделал. А на рубашку мне не хватает, да? Это ты что делаешь? Ничего никак не делаю, просто читаю рецепты. Нифига, музыка пошла громкая. А я думаю, ты что-то делаешь так. Блин, а я не могу потише музыку сделать. Мне надо выйти, а потом только потише музыку делать. Опции только там. Ага. Иди побыстрее. Я думаю, ребята тебя простят, что ты показываешь им менюшку. Я не могу, нет, мне вообще с игры надо выйти. Зачем? Она делается в меню, просто дисконнектись с сервака и подконнектись по новой. Options. Хотя нет, я музыку сделал почти потише. Саунд, и там музыка прям ползунок есть. Да, я ее потише сделал. Ну, сделаю хорошо потише. Ладно, я выламываюсь, короче. Давай. Смотри, рассвело, а вон те злыдни до сих пор там шляются. Уроды. Во. Ой, я прям на тебя, слышь, присоединился. Во, мовит спаун. Так, а вот эти штуки убиваются? О, смотри, убиваются! Они просто разлетаются, я с них перья собираю. Ты только смотри, это, коров и овечек пока не мутуй. А, ладно, давай, не буду. Да ладно, давай я их тоже убью. Я их вынужден был убить, тут та, что на меня напали. А если они спавниться не будут, где мы их будем искать? Иди лучше вон того синего этого убить. Ты чё, думаешь, я тут буду всех хэповый? А, вон у меня броня, смотри, она у меня вот туда упала. Стой, подожди, не трогай ничего. Если ты его сейчас вынешь оттуда, будет плохо. Вот, все, я готов. Я готов, я теперь вон деревянный, я деревянный чувак. Смотри. Смотри, я А ты тоже такой же? Я уже давно такой же. А как мы друг друга определять или будем? Ну как, ты шевелишься, я нет. Ты шевелишься, я нет. Нифига ты. Ты что делаешь? Деревья сажаю. Так, ну ладно, давай вниз тогда укопаемся, что ли. Не надо вниз, подожди, пойдем посмотрим сначала влево что-нибудь. Тебе лишь бы вот укопаться. Ну давай, давай, пошли. Еще лесенки даже строить не умеем. Как ты вылезать оттуда будешь? Почему? Я умею. Слышь, он плавать не умеет. А, не, плавает, смотри, он... смотри, как он плавает. А как он плавает? Наверх. Смотри, ножками шевелит. Вот пиздюк, а. Так, а, во, вылезти. Понял. Ага. Во, не могу копать. Так, лопатой тоже долго копается. Так, инвентарь. Инвентарь. Где моя кирка? Кто спиздил мою кирку? Кирка. Ты вуд пикакс сделал, да? Да. Вуд пикакс. Your crafting first пикакс. Слушай, а мне чего-то не хватает. Мне то ли вуду не хватает, то ли планков не хватает. А у меня не копает киркой. Почему? Это была не кирка. Есть хпшки у кирки. Слушай, дай я вот дерево нарублю. Нифига себе, вообще непонятно, что делать-то. Не, ну, естественно, у нас опыт большой в таких играх, поэтому мы знаем, что делать. Но все равно как-то тяжело догадаться. Вот сколько чего надо, да? Вот как это смотреть? А, я, наверное, просто в инвентарь выложил. Что-то дерево какое-то другое. Даже не подписывается, какое. Сейчас, погоди, пикакса. Пикакса, скрафтить. Ни хрена себе орёт. Так, пикакса. Пикакс. Опа. Поставили. Блин, и он блоками не ломает блоки. Зараза. Ой-ть. Какого хрена-то они там на хотбар сразу ставятся? Почему мне нельзя пустыми оставить? Так, топором не ломается. И этим не ломается, слышь? Чего не ломается? И что мне делать? Вот это блок. Какой? Вот этот. Вот этот. Отойди. Вот, а. Киркой ломается. Нет, верхний. А, верхний, это, ну, естественно, он и не сломается, потому что на нем дерево растет. Ну, давай, пошли тогда вот так. Заодно посмотрим, что тут вообще в подземельях есть. Куда ползешь ты? Иди сюда.
Ой, торчи надо сделать, подожди. Так, выход. Это выход. Инвентарь. О, 8 торчей. Окей. В темноте вообще ничего не видно. Ну. Давай тогда торчи буду ставить. Ой! Кто это так? Че, вниз не пойдем? Нет, пока не пойдем. Надо хотя бы кирки сделать. Вон у меня деревянная кирка уже почти сломалась. Давай каменную сделаем. Камень-то есть. Что для каменной кирки надо? Стоун пикакс. Всего-то нужно, блин, камешки, блин, стоуны. Вот мне стоунов не хватает. 3 стоуна надо и 2 планки. А, тут по одному все надо, слышь? Давай, выкопай мне камень. Чем? Тебе пикакс, что ли, сломалось? Да. Ладно, тогда я сейчас накопаю. Так, это мне. А ты где это делаешь-то вообще? Это мне. Так это надо к воркбенчу. Это мне. Я пошел. Воркбенчу. Ха-ха, так бегут вообще в руто потрясные. Куда? Опять темнеет. Чё-то как быстро тут темнеет. Только-только расцвело. Ну так. Плывем, плывем, мы плывем. Я вообще в деревянной броне не должен там быть. Не говори. Так, воркбенч. Я слышу, а я не могу. Стон пикакс. А чё мне не хватает? Вот план. А, вот планка. Вон, смотри, они сереньким, коричневым горят. Да, я крафчу. Так, вот планк. Блин, а у меня стоуна мало. Надо мне стоуна накопать. Давай, поспим до утра. Так, стоун пикакс. Крафт. Давай. Спи. Сейчас, подожди, у меня крафтится, кирка крафтится. Спи давай. О, поперли, поперли опять эти. Не, слышу, где она? А вот она. Спи давай. Давай. You start sleeping. Вы типа спите. Во, мы поспали. И дождик пошел. Вот поэтому я говорю, воу-воу-воу, паук. Во, давай я тебе камня вот этого надолблю. На. Ты куда? Иди вот камень собирай. А, стой, подожди, давай я у тебя повыкидываю-то. Ну, давай, забирай камень. Блин, надо это, с ручником руду искать. Кирки быстро ломаются. Угу, чё-то прям вообще молниеносно. Надо их штуки по 3 тогда делать. А ты деревянный киркой-то копаешь? Да. Я знаю. Зачем ты закапываешь? А, ну, чтобы про это пройти, отойди оттуда. Зачем я хочу? Я вот камень хотел забрать. Вот. Ух ты, бестолочная. Кстати, а как лестницу-то ставить? Ну-ка, стой. Ну-ка, стой. Опа. Во, смотри, лестницу можно просто поставить. Вот так вот. Опа. А лазить? Опа, опа, опа. Вообще классно. Так, давай ее тогда ломаем. А, you need the work hammer, охренеть. Чё ж делать-то? Ладно, пошли туда, в ту сторону. Так, я кирку сейчас тогда сломаю. Доломаю. Так, сейчас, погоди, у нас тут темно. Я хочу одну фишку проверить. Не, как в террарии, не в этом, в Старбанде не получается выломать дырку.
А потому что тут еще один какой-то бэкграунд. Нет, там он все уже фон пошел. Видишь? Ага. Блин, кирка почти сломалась. Каменная. Да. Так, мне на дерево надо. А ты чем, руками что дерево ломаешь? Да. Забавные человечки. Ой, я и как-то хп отрегенил. А, я поспал. Ой, а это что такое? Смотри, кислород синей полосочкой. Во, вот в этих сундуках что-то есть. Блин, нельзя сломать это. А, да. О, а я знаешь, что сейчас делаю? Смотри. У меня еще одна лесенка есть. Отойди от этого. Да, вылези ты. Вылези. Ты не сможешь поставить. Почему? Смогу. Отойди. Вот сейчас вот. Можешь. На траве не ставить. Не, слышал, он так не залезает. Надо еще одну. Вот два раза, а у меня нет еще одной. Дождь закончился. Ну ладно, давай тогда. Что ты понабрал? Инвентарь. А не знаю, какие-то то ли стулья, то ли что это. А, платформы. А что ты мне их выкинул? Я их хотел поставить, они еще выкинулись. И еще какие-то штучки непонятные. Я на ощупь ползу. А, вот эти это нужны для сундука делать, это петли. Да? Ага. Может, кстати, для двери тоже надо. Так, у меня лопата сломалась. Давай, помогай. Воу. Чего? Помогай, мне надо инвентарь освободить. Давай, а то мы 22 минуты уже херней страдаем. Мы даже толком ребятам игру не покажем. А вот мы на таких ранних этапах не успеем полностью игру показать. Ну, полностью нет, полностью не покажем, ну хотя бы. Как бы ты не старался. Большую часть. О, смотри, тут подводное какое-то царство. Так, а где моя земля? Автосейвинг комплит. Так, землю обязательно надо иметь, как в Майнкрафте. Мало ли закидываться от кого-нибудь. Ой, я нашел много камня. Блин, тут тоже нельзя. На травку тоже не ставят. Так, значит, сюда поставить. Так, вот это дерево сломать. Блин, неудобно то, что он прыгает всего лишь по одному кубику. Да? Ну да, потому что в этом... В 3D мире-то это еще ладно, а вот в 2D это проблематично уже. Ой, смотри, это что, бамбук? Да, это бамбук. Смотри, другие деревья, беленькие какие-то. Что-то он не всегда собирает. У меня вон два дерева не собрал. Вот. Чего, пойдем дальше? Кур пока не трогаем. Надо угля копать. У меня 40 его. Нифига, это откуда столько угля нашел? Копал. Ха, 2D Майнкрафт, офигеть. О, цветочки нашел. О, посмотри, а тут течение вниз. Нет, не пойдем туда. Хотя там, по-моему, руда. Так, а вот здесь он не залезает. Что делать? Так, давай. Чем-нибудь покопаем. Быстрее, я тону. Я готов. Темнеет. Темнеет. Посмотрим инвентарь. Ну давай тогда в сторону дома двигать. Ой, а вон там сундучок, я смотри, вижу. Все, нет, я пошел в сторону дома. Помоги мне. Вот это сломай. Все, бежим.
Бежим. Забей на кирпичик. Прям так быстро темнеет. Меч, меч, меч. Мне я нет, в воде нет. могу. Я в воде могу драться. О, все, смотри! Смотри! Не могу, не могу руками его драть. Давай, знаешь что, давай окопаемся. Слышь? Так, у меня меч сломался. Давай, бежим. Бежим, только тут перепрыгивай постоянно. Опа! Опа! Это наша вторая ночь, не третья? Мне драться, потому что нечем. Умерли на третью ночь? Не, я еще не умер. У меня 32 хпшки еще. Короче, от дома не уходим никуда. Будем вниз копаться. Нафиг. Опа, нельзя наверх. А, понятно. Ой! Тут кто-то есть! Бежим, 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 бежим. Пробежал. Мы тут не вылезем. Копать надо. Бежим. Готовь кирпич замуровывать. Ах ты ж, бля. Ой, это вода. Плывем, 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 плывем. Мы тут не запрыгнем. А тут тоже надо этим низом. Нет, надо верхом. Прыгать можно. Ух, ух, ух. Спим, 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 давай. Фу. У меня еще какой-то кружочек на мышке загорелся. Надо, короче, в смысле? Ну, кружочек на мышке этот, как крутилось это, типа он думает. Компьютер у меня. Ух. Его кап, его кап, его кап, покап. Давай, короче, вот здесь вот прям вниз укапываемся, смотри, вот здесь вот. И у нас... Зачем вот здесь вот? А чё? Ну, чтоб нас вообще никто не трогал. Так, Stone Sword сделал. О, форж, смотри, я форж могу сделать. А чё толку-то? Ну как, плавить там? Во-во-во, я дверь могу сделать. О, могу сделать одну дверь, сколько у меня этих петель-то? Давай сделаю дверь. Сделай. А чё они не сгорают? Если это Майнкрафт, они сгореть должны. А, так, давай, сломай его. Я их это... отмутузил. У меня опять музыка началась. Громкая. Ой, громко музыка играет опять. Ты же её выключил. Он выключил, не знаю, вот. Звуки даже такие же, охренеть. Ладно, давай на этом раз заканчиваем. Мы тут нормально поставили. Ух ты. Я надеюсь, вам, ребят, тоже понравилось. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Продолжение в следующей серии. Пока-пока!